Так, друзья, всем привет! Вы на канале Холодная Ковка, регион Томск. Меня зовут Максим. У меня продолжается эпопея с оградками. Еще 3 оградки нужно успеть изготовить до конца сезона. Ну а для вас у меня будет сегодня очередной узор. Для ворот, для калиток. Можно повешать на стену. Так, друзья, для изготовления панели буду использовать 8 вот таких вот валюток. Заготовки для них я отрезал по 75 сантиметров, если кому интересно. Еще понадобится 8 запятых, но размеры пока я не знаю, какие запятые нужны будут. Запятые буду вымерять и изготавливать в процессе изготовления. Итак, друзья, декоративная панель готова. Использовать можно как в калитках, так и в воротах. Также можно просто покрасить и повешать на стену для красоты. Если видео было вам полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!